На Чернышевском рыбоводном заводе решили разводить сибирского осетра. Для этого закупили и смонтировали специальное оборудование. Приобрели 28 половозрелых особей, и уже весной рыбоводы планируют получить первое потомство. В торжественном открытии нового цеха приняли участие председатель Государственного комитета Республики Саха по делам Арктики Прокопий Николаев, депутат Илдумен Юрий Николаев, а также глава района Ришат Юзмухаметов. В этом году администрация Мирлинского района по программе поддержки сельского хозяйства и предпринимательства выделила безвозмездную суду в размере 4 миллионов рублей именно на открытие, на модернизацию и приобретение оборудования для этого цеха. Оно уже закуплено и введено в строй.